Привет, у меня сегодня новый макияж. Записываю обзор каталога, делаю новый макияж. Вдохновлялась обложкой журнала. Это только косметика Oriflame. Часто вы можете видеть в Инстаграме, когда начинаю делать макияж роскошной, люксовой косметикой, вот такими подобными эликсирами, праймерами, которые делают подсветку кожи, которые сухую кожу превращают в ухоженную, изящную, она будет светиться. И также, если у вас больше матовый, вы хотите эффект сделать и затирку пор, расширенные поры, это вот этот вариант, называется затирка пор. И нам показано, что до и после все-таки идет сглаживание. То есть рельеф заполняет праймер и дает эффект. Когда вышла новинка, я пользовалась ей регулярно, постоянно мне нравился эффект. Но потом постепенно, что мы же сокращаем время макияжа, он у меня завалялся. На одной стороне покажу эликсир Giordani, вторая сторона у нас будет затирка пор. Такой легкий перламутр. Такой праймер мгновенно увлажняет, содержит гиалуроновую кислоту, то есть наполняет кожу влагой. Это матовый затирка пор. Заметно, что он у меня уже поюзанный. Прозрачная текстура. Нам, конечно, больше нужно уделять вот этой области, там, где у нас действительно поры и где у нас жирный блеск. Недавно показывала в фаворитах мою любимую матирующую тональную основу. У меня два оттенка. Называется Fair Nude Светлый Беж и Слоновая Кость. Слоновая Кость, несмотря на то, что слоновая кость здесь вот в оттенке выше, здесь ниже, получается, что слоновая кость у нас чуть-чуть потемнее. Всегда покупаю две пограничные тональные основы, чтобы можно было миксовать оттенок. Сравнивая два праймера, я бы не сказала, что затирка пор так круто работает. Поры, мне кажется, одинаковыми, что с таким праймером и дает подсветку холеной, и еще уход с гиалуроном, что тот праймер. Несомненно, кожа выглядит лучше, ухоженней. Следующий этап – это праймер под тени. Вообще, макияж без праймера я никогда не делаю. Это либо вот этот праймер, либо идет консилер. Но всегда должна быть подложка для того, чтобы была тушевка хорошей. И, соответственно, тени держались дольше, растушевывались, а не превращались в какой-то там блин. Наношу кисточкой, а потом обязательно еще пальчиком втушевываю. Сейчас самый модный, самый крутой макияж – это такой вот оранжево-рыже-красный, розовый. В новых коллекциях Ким Кардашьян посвятила целую палетку. Это Fire, огонь, такая рыжая бестия. Наташа Денона, Анастасия Беверли-Хиллз. Все палетки – такие рыже-красные оттенки. И давайте что-нибудь соорудим. Подобный макияж, используя наши рыженькие тени. Их также буду использовать базу. У меня гамма холодная, поэтому я из этой гаммы немножко трансформирую в розовую гамму и попробую создать образ, больше похожий на вот этот, но немножко в рыжину. Такие кремовые тени лучше наносятся пальчиком, но из-за того, что у меня длинные ногти, я наношу обычной плоской кисточкой, потом буду протушевывать пальчиком. Складку века использую румяновый Реми. Розовые румяна. В уголочек я добавлю золото. Оттенки я использовала в макияже. И как менять трефилы? Вот здесь есть точечки. Туда иголочкой
надеваете и вынимаете рефил. У модели обведен контур. После того, как я сделала макияж, глаз, но не накрасила ресницы или накрашу ресницы, я всегда прохожусь мицелляркой и очищаю вот здесь то, что у меня посыпалось. Видите? И только после этого наношу корректор. Так макияж будет выглядеть свежий и никогда темных оттенков у вас не будет посыпавшихся. Самый любимый корректор для темных кругов, неоднократно показывал этот вот этот. И вот здесь самый темный тон я забиваю вот этим корректором кремовым. После этого мы берем светлый корректор. Несмотря на то, что у меня очень много консилеров, как-то не знаю, почему не зашел. Я безумно влюбилась вот в этот вот консилер. У меня два оттенка, всегда про запас, везде в косметичках он валяется. И также была новиночка, заметно да, уже, насколько я его использовала. Жидкий, он более тонкий, но в то же время он хорошо перекрывает. У меня уже заканчивается. Ну и, конечно же, Tremendous. Моим оставшимся нарощенным ресничкам уже 7 недель. Их еще достаточно много. Я все никак не запишусь на коррекцию. Через пару недель мы летим на Пальмы де Майорка. Еще в начале октября у нас будет Питер. И одни мероприятия с другими мероприятиями. Мне удобно, чтобы мои ресницы были всегда в порядке, накрашены, сделаны. Следующий этап румяна в каталоге у нас со скидкой в рефилах. Мой честный отзыв, когда я попробовала, ну, как-то они мне не зашли сразу, и я их отложила, они у меня практически новые, и насколько у меня уже заюзанная вот эта вот палеточка, безумно-безумно люблю, все наглядно, понятно, какой оттенок, какая зона. У меня подружка, которую я заказала, у нее, говорит, уже вообще хайлайтера нет, она его весь вымазала, настолько удобно и классно, она будет в следующем каталоге со скидкой. Низ корректор, да. Но это коричневый, посмотрите, это не коричневый, это красный, и посмотрите, как она пигментированная, ужасно, вот куда это надо растушевывать. Мама дорогая, переворачиваю кисточку и просто растираю, да. Вот поэтому она мне не понравилась, потому что она невероятно пигментированная. Ну куда такой красный оттенок? Вот этот вот коричневый, он дает красным. А если взять вот этот? Ну слишком, слишком. Не рекомендую рефилы. Теперь мне надо что-то одинаковое сделать. Ух. Как такое справлять? Берете спонжик, у вас там остался тональный крем, и немножечко подтираете. Это аналог румян в шариках, это прессованные румяна. И вот здесь уже бронзер, как раз таки хороший. Немножечко исправлю. Мне все равно кисточка еще в красном. Моя одна из самых любимых пудр – это матирующая, но как-то неудачно заказала светлый оттенок. Тушую и закреплю макияж. Я не рекомендую вам брать слишком светлую пудру. Почему? Потому что она, наоборот, подчеркнет все ваши поры, все ваши изъяны. И сейчас я даже смотрела, вытушевывала эту пудру. Последний штрих – это, конечно же, хайлайтер. Как я его люблю.
У нас запустились новые карандашики The One, перевыпуск. Безумно красивый дизайн, приятнее их держать в руках, они шикарно смотрятся. И вот на ощупь они гораздо прикольнее, чем вот эти. Вот прям внешне это 10 баллов. А вот эти, часто говорила, трансформеры, потому что они иногда прям выпадали, разбирались. Мне не нравились вообще карандаши дико. До оттенков их немножечко изменили, я вижу. И добавили те, которых не было. Видите? Требуется еще более холодный подтон. И почему в Oriflame не делают такого оттенка карандашей? Для сравнения. Видите? Холодный подтон. Вот нужен вот такой подтон. Ну почему нет? В Oriflame такого карандаша. Шоколадный, потом идет сливовый, нюд и пыльная роза. Пожалуйста, компания Oriflame, услышьте, сделайте вот такой нюдовый оттенок. А? Холодный подтон. Не теплый, холодный. Хочу посмотреть, как будет этот контур. Теперь карандаш пыльная роза. Мне прям захотелось еще добавить винного оттенка. Код 35169.